Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В апреле этого года в ДТП на российских дорогах погибли 768 человек. За аналогичный период 2019-го жертв автоаварий было чуть более 1000. Число пострадавших сократилось почти наполовину. На 43% снизилось количество самих ДТП, что связано с уменьшением потока автомобилей из-за пандемии. Что касается продаж новых легковых автомобилей в апреле, то они рухнули более чем на 70%. Трасса 101. Доверяй, но проверяй. Именно этим принципом надо руководствоваться, когда видишь в интернете информацию о каких-либо нововведениях, касающихся автомобилистов. Очередной шорох был связан с тем, что всех водителей в нашей стране якобы обязали пользоваться видеорегистраторами. ГИБДД даже пришлось выступить с официальным опровержением этой информации. В госавтоинспекции подчеркнули, что регистраторы в нашей стране в обозримом будущем обязательными не станут. Трасса 101. Со 2 июля этого года праворульные автомобили в России попадут под запрет. Речь пока не идет о легковушках. Имеются в виду автобусы, микроавтобусы, самосвалы и строительная спецтехника. Это предусматривается новым ГОСТом в рамках технического регламента Таможенного союза. Ввозить легковые авто с правым расположением руля будет по-прежнему можно, но на такую машину придется оформлять еще один документ – сертификат на соответствие требованиям безопасности. Трасса 101. АвтоВАЗ поднял цены на автомобили. Самая популярная модель волжского автозавода «Лада Гранта» подорожала на 5000 рублей. Теперь она стоит минимум 465 900 рублей. Седан «Лада Веста» прибавил в цене 8000, новый начальный ценник – 644 900. Такой же рост у «Лада X-Ray», за который теперь просят минимум 634 900 рублей. Трасса 101. «Лада Гранта» в прошлом месяце снова оказалась самой покупаемой новой легковушкой в нашей стране. Правда, ее продажи упали примерно в 3 раза. «Ладе Веста» досталось серебро, бронзой довольствовался «Киа Рио». В пятерке лидеров, кстати, произошли изменения. На 5-м месте обосновалось еще одно творение «АвтоВАЗа» – «Ларгус». На 4-й строчке закрепился «Хёнде Крета». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.